поставили задачу выдвинуться в район Донецкого аэропорта. Не доезжая до аэропорта самого, мы попали в засаду. Ну, тогда я получил 2 огнестрельных ранения. Я уже находился еле-еле в сознании, то есть я просто стек, не знаю, секунд за 30, наверное, стек полностью кровью. Тогда я как бы испугался, когда я лежал на носилках, и мне показывают снимок, когда там раздробленная ключица, там на мелкие кусочки. Врач так и сказал, что тебе быстрее всего как бы на вторую группу инвалидности дадут, ну, что уже все. Перелом ключицы с дефектом кости 5 сантиметров означал для Михаила длительное лечение и потерю большинства функций руки. Михаил перенес несколько безуспешных операций. К счастью, по рекомендации командира батальона, боец попал в проект «Биотех. Реабилитация раненых». В ходе лечения была проведена операция с использованием клеточных технологий. Подобными технологиями в мире владеют единицы клиник, при этом никто не дает гарантии 100% результата. Проведение таких операций требует наличия биотехнологической лаборатории и большого опыта и квалификации врачей. Использование клеточных технологий зачастую является единственным способом спасти конечность путем восстановления части утраченной кости. Для участников АТО в стоимость операции входят исключительно затраты на материалы и медикаменты. В случае Михаила требовалось почти 170 тысяч гривен. Через народный проект необходимая сумма собралась всего за 1,5 недели. Это очень быстро. То есть люди откликнулись. Спасибо им огромное. Пытался уже отжиматься на кулаках. Врач узнал и в шоке такой позвонил, давай бегом делай снимок. Я сразу пошел, сделал снимок, отправил ему, он сказал, что все нормально, ну, все хорошо. Огромное спасибо врачам, которые, в принципе, делали невозможное, да. На мой взгляд, невозможное это, да. Оказывается, все возможно. Травма, которая при лечении традиционными методами не позволила бы Михаилу даже удержать в руке кружку с водой, уступила профессионализму врачей и человеческому неравнодушию.